забил, какую расщитили приятную комбинацию. Чертановцы отмечают в первую очередь даже не прострел Романа Ежова, а именно классную передачу от середины поля, которую исполнил Юрий Костюк. Забивает Чертанова, это Дмитрий Редькович, четвертый номер, оказался один, был похожий уже эпизод в начале первого тайма. Опа, это гол! Это Владимир Бартасевич забивает ворота Факела. Александр Солдатенков, капитан, выиграл верховую борьбу, пока он еще ФНЛ не забивал, но голевую передачу. Маргиров, что тут делает Цыпа? Или это? Это Рудковский, что исполнил? Первый мяч за Чертанова в ФНЛ после возвращения из «Спартака».